Вот смотрите, Марат, я вам сейчас объясню. Вот на данной ситуации очень много здесь уважаемых людей. Марат, я сейчас секундочку. Вот Юмбаев сидит. Вот все сидят. Вот сидит даже Миначев сидит. Получается, если пока никто не получает слово, я тебе предоставляю, ну, это невозможно. Ну, пожалуйста, у нас же есть регламент. Марат Капанханович, cemaat, ütünüz şunu değil mi? Ustaf dünyada ideal ustaf, bir kayda da yok. Ömür boyu ustaf üstünde işler oturuyorlar. Marat Kapanhanovich. Benim de Rinat Mirgalimiş'in çıkışında da buldu. Ferit Faris işte şunu aydı. Hazır birinci bulup biz Zasnovu dalışını принимаем. Olga tabi iş prosesinde biz ol barı bir kilerler getiyiş diyen fikirge kilerler getiyiş. Секундочку, Марат, я извиняюсь. Если бы, например, не были против, если бы не были против. Я за Ольгу Устав. Безусловно, настало время внести поправки и изменения. Но очень важный принципиальный вопрос. Дело в том, что наша нация состоит из многих субэтносов. И по этому принципу есть перекосы в одну и в другую сторону. Для того, чтобы снизить накал и напряженность в татарском обществе Москвы, нам необходимо внести такую одну всего лишь нашу принципиально важную поправку. Я извиняюсь, у нас регламент просто, Марат. Это поправка, даже если не отключат микрофон, я это скажу. Это поправка касается избрания председателем один раз сроком на 4 года, один раз подряд. Таким образом, это предоставит возможность всем активистам рано или поздно выдвинуться и избраться. И не будет узурпации власти в руках одного человека в течение 10-15 лет или до его, скажем так... Все, спасибо большое. Вы поняли. Я хочу поставить... Этот законопроект поступил за один день до конференции. Какой законопроект? Конечно, тут мы три юриста стали спорить. И пришли к единому мнению. Если уж мы не пришли к единому мнению, что остается вам, уважаемые делегаты? Вас не обеспечили проектом. Вы не знаете, за что будете голосовать. Основной камень преткновения – это создание исполкома вместе президиума. Допустим, вот сейчас в президиум кто входит? Председатель, заместители и руководитель региональных местных организаций. Там осуществляется живая связь. У меня есть... Дай что сказать, на Поступило предложение на должность председателя региональной общественной организации Татарской национальной культурной автономии города Москвы предложить Мухамадиева Ринат Софиевича. Первое. Против! Альтернатива. Слово предоставляется Гильмутдинову Ильдару Юрьевичу. Сколько можно? Дайте нам слово. Вот и все. Дайте слово. Да, сейчас. Дайте слово. Мне сказать, дайте слово.
вообще безобразие. Я вынужден. Сколько можно, вам все надо. Дайте слово. Я вынужден буду вас вывести из зала, если вы еще раз будете нарушать регламент. Садитесь, пожалуйста. Успокойтесь. Успокойтесь. Успокойтесь, сейчас дам слово. Успокойтесь. Дайте сказать. Вы сказать дайте людям. Вам дадут возможность. Вы кого читаете? Хватит. Конечно, дайте. Уважаемые друзья. У нас есть что сказать, и мы скажем. Конференция где закончена. Потом скажут, где вы, я как сейчас. Отойдите, отойдите, пожалуйста. Ильдар Олегович, выступайте, не обращайте внимания. Успокойтесь, пожалуйста. Успокойтесь, успокойтесь, садитесь, пожалуйста, не мешайте. Не сейчас. Сейчас, потом, да. А вот сидите, да. У всех будет возможность заявить свои кандидатуры. Я вам при всех говорю, сейчас выступим. Выступите, у вас по регламенту будет 2 минуты. У вас будет 2 минуты, не переживайте. Все, дайте, пожалуйста, выступить. Уважаемые коллеги, я как самый одной из заинтересованных лиц, с кем взаимодействовать, как руководитель Федеральной национальной культурной автономии, который работает в тесном контакте с региональной автономией. И хотел бы сразу сказать... Но хочу сказать по-русски, того, что и голос у меня же осип, охрип, пока я добивался, чтобы мне дали слово. Но хочу сказать информацию. 21 декабря произошла конференция, где уже избрали председателя. И все это произошло. А сейчас там этот самый... И там было 29 этих автономий. А здесь 3 автономии выступают из 3 автономий. Хотят сделать между собой, как и по-старому. Как и в 2009 году между собой было, так и сегодня, так и в 2012 году было. Это уж который между собой. Мы когда собирались вот здесь... В сентябре, в октябре месяце, Ренат Закирович прибыл здесь. Он обещал всенародные конференции будем проводить, где будет 1000 человек. А сейчас мы пригласили людей, и тут не пускают. Тут стоят вот двое, здесь не пускают. Там стоят целые амбалы, человек 10 тоже не пускают. И главное, что прошло по... Совет офицеров, такая женщина приглашала людей на конференцию. В Москве захватили власть в автономии нижегородские татары. Давайте вперед их смещать. Что за ерунда такая? Кто такие объявления делал? Кто кого смещает? Почему нас делят нижегородские, казанские татары? Мы это в Москве не делим никого. Для нас все одинаковые. А вот пришли, народ откуда-то пришел, непонятно. Они, получается, нас ненавидят. А за что? Мы все татары, мы все за татарский язык, за татарское будущее. А тот, что за выступает, такое непонятно. И потом, Расим Сулейманович уже сложил свои полномочия. Он сегодня отчитался. Ну ладно, мы послушали. Но в каком качестве он отчитывался-то? Председателем уже... Он же исполняет сейчас обязанности председателя Карим Абдулович, не он, поэтому совершенно непонятно его выступление. Потом, как же эта конференция можно считать, если уже конференция 21 декабря прошла, там все это избрали, там было делегатов гораздо больше официально. А теперь получается, здесь тоже между собой то же самое. Все это сказки. Все это сказки. Опять это Минюс. Большое спасибо. Минюс не принят. Большое спасибо. Слово предоставляется Даяру Искандеру. Регламент 2 минуты. Значит, от имени московских татар я хочу сказать, нам все эти дрязги и все эти комедии надоело. 100%.
Значит, татары многие годы, вообще все эти годы существования автономии были лишены возможности в ней участвовать. Это была замкнутая организация. Еще несколько лет назад в присутствии полпреда мы передавали заявление о приеме в автономию Западного округа. До сих пор нас Карим Абдулович, вот нынешний, не принял. Причины необъяснимы. Вот. И по-прежнему хотят оставить то же самое. Народ в одной стороне, а автономия в другой. Мы разоблачили здесь случаи сдачи в аренду незаконной, так? Хорошо, но те же люди здесь опять являются организаторами автономии. Что, они также дальше хотят это, пользоваться нашим общим достоянием? Не пройдет. Вот. Дальше. Это не пройдет такой фокус. Далее. Значит, мы предлагали изменения в устав. Была создана комиссия при автономии. Она проработала, создала устав. Никто не стал ее даже рассматривать, этот устав. А в уставе было написано индивидуальное членство. И вот сейчас я предлагаю внедрить обязательно этот пункт индивидуального членства, чтобы каждый татарин мог войти в автономию при своем желании. И второе, значит, там предложение существенное, это избрание делегатов, а не просто вот назначение, как вы сейчас пришли. Они должны быть назначены на собрании и должны быть пропорционально от этого количества членов данной автономии, а не просто так, по 5, по 10 штук. Да? Там много предложений, но хотя бы эти главные. Дальше Миначев сказал о том, что там действительно собралось около 20 автономий, а здесь только 8 автономий, по сути дела, было представлено. Теперь, рассматривая дело по существу, можем сказать, что две автономии районные отказались участвовать в этой конференции, так? Это уже минус 10 делегатов. Также сегодня на сайте Федеральной налоговой службы сообщено, я посмотрел лично, что 21 января была прекращена деятельность автономии Юго-Западного округа, возглавляемого сидящим здесь Кусаиновым. Почему он здесь сидит? Я сообщал об этом руководству вот данной конференции. Они промолчали. Таким образом, кворум не получается. По моим расчетам, здесь 65% вместо положек 75%. И это тоже существенное нарушение закона. Поэтому я предлагаю, вот как и Расим Сулейманович Акчурин сказал, так, все-таки конференция по выборам председателя, это серьезная должность для всех татар, это судьбоносная роль, так, перенести на несколько месяцев вперед. Для того, чтобы мы за этот срок могли спасибо набрать большое. Членов, я сейчас договорю, набрать членов, две минуты. Просто у нас чуть-чуть другой вопрос. Я громко говорю, а мы выдвигаем кандидатов. И выбрать настоящих, и тех, кого есть хотят еще набрать кандидаты. Почему? Договорить, не дают. Что это такое? Это наш договор. Вы ко мне обращаетесь, что ли, да? Дайте нам договорить. Ну договоритесь потом, сейчас после конференции. Вы же сейчас говорите. После конференции. Я хочу участниками гостям конференции. Они назначенные люди. Спасибо большое. Они никого не представляют таким. На должность председателя. Мин Михалковнын урынбасары да болып ишлегенин бар. Татарстан Язушылар Союзында жетекләгенім бар. Хан Борис Николаевич Ельцин да мені өзінің бірінші орынбасары етіп тәптім еткен уақытлары бар. Дұрысын айтыңа керек, мен ғұмырым бойы 19 яштан берлі татар культурасына қызмет етем. Бұл бина Milli medeni muhtariyet deb atala bizning boshlanganimiz. Shunga ko'ra qo'y vaqtda albatta degan ishi pushqon, qarshi chiqqan, g'azbushat etgan kishilarga da hurmat bilan qarayman. Chunki g'oyat rahmat ishtamini bilan Muhammad abi Minashovta bilan minnatdorman hurmatimni. Lekin mana bu og'izig'i shartunda soylanib qo'yib bitta shitim. Bitta eshitdim. Chunki birinchidan mana endi soylangan bir sovet bor deylar, bir reis bor deylar. Aytdingiz, glas